Все, задавили рыжего на волынке. Вот на волынке нахожусь. Задавили рыжего, вон вороны уже едят его. Бедолагу. Не повезло. Ну, скорее всего, ведь машина сбила. Скорее всего, машина видела. Сейчас едут, три вороны что-то тут сидят. Я не понял, что. Ну, раз, смотрю, собака. Вон, грызут уже его. Ну, видно, как по голове, видать, прям проехали. Потому что вон голова такая, лепешка вообще, плющилась. Ладно, что, будет опять три штуки. А тех, главное, не видать, они убежали, видать, испугались, что ли, увидели от страха. А вот здесь что-то, я не понял. Тут что-то такое стояло. По идее, тащить надо в сторону его. Сейчас оттащу нас. Ну, уже это, ну, теплый еще вроде бы даже. Бедолага. О, кровище сколько, да? Прям по голове проехал. Вот собака. Не повезло. Рыжему недолго прожил бы. Ну, быстро умер, так сказать. Не мучаясь. Ладно, еду. А я тут еду, что, на мутиху, как обычно. Поеду дальше, второй рейс. Ладно, поеду.